Я хочу вам, Ирина, выразить большую благодарность просто потому, что вы очень доступно на пальцах смогли вот объяснить такие вещи, которые, в принципе, ну, я к своим годам как бы где-то знала, но это было настолько поверхностно, и вот этого вот как бы, ну, осознания себя, да, как найти в себе женщину, да, вот это просто это, ну, это где-то вот оно приходило, но настолько, конечно, я этого вообще и не знала, и не... Даже не скажу, что не, ну, не углублялась. Наверное, я сама себя туда не пускала. Угу. Вот так вот. А теперь просто, ну, да, для меня двери открылись, да, заходи и, ну, пользуйся. Угу. Как бы вот есть такой момент. И, ну, с планами Ринковой мне огромная благодарность. Это вообще за то, что Ринковой я нарисовала. Это просто потому, что, ну, я понимаю, что у меня мои... психотравмы лечатся. Конечно. И все проходит, это слава богу. Вот я огромную благодарность выражаю. Для меня как бы, ну, я думаю, что я достигла того, чего я хотела. То есть, ну, вот эта вот точка входа, она на точке выхода оправдалась. То есть, ну, вот, вот у меня спасибо большое. На здоровье, Лариса. Спасибо.